Зачем современному бизнесу Инстаграм? Почему нужно ревностно следить за дизайном своего профиля? Что вы получите, изучив 500 блогов? Администратор Инстаграм Дмитрий Кудряшов. Книга за 8 минут. Подпишитесь на канал и станьте частью сообщества номер один о полезных книгах в Ютубе. Каждое видео экономит вам минимум неделю обучения. Клиенты для бизнеса с каждым днем обходятся все дороже. Выигрывает тот, кто имеет доступ к аудитории. В Инстаграме сейчас более 1 миллиарда аккаунтов во всем мире. И 80% из них подписаны на профили компаний. Инстаграм сегодня одна из самых эффективных площадок для продвижения бизнеса и зарабатывания денег. Администратор Инстаграма как раз тот человек, который помогает бизнесу привлечь деньги из Инстаграма и зарабатывать на этих навыках. В этой роли может выступать собственник небольшого бизнеса или наемный сотрудник компании. Привет, меня зовут Дмитрий Кудряшов, и я автор книги «Администратор Инстаграм». А я Роман Сергеев. Эта книга, как и саммари, которую мы для тебя записали, поможет бизнесу или специалисту начать, наконец, зарабатывать в Инстаграме деньги. При грамотном продвижении у вас есть все шансы развить аккаунт и зарабатывать на прямых продажах или рекламе. Мы вместе с командой RomanSergeyev.com разыграем 5 книжек с автографом автора, то есть меня. Переходите на YouTube, выполняйте все условия, и пусть именно ваш комментарий будет самым лучшим. Удачи! Инсайт первый. Упакуйте свой профиль. Вы составили портрет целевой аудитории, теперь можно упаковать профиль. Вам нужен уникальный запоминающийся ник, чтобы клиент вас мог легко найти. Напишите такое имя профиля, по которому вас будут искать. Если вы работаете в рамках какого-то города или региона, добавьте его в название. Вы можете поставить лишь одну активную ссылку в вашем профиле. Если одной ссылки мало, лучше добавить ссылку на микролендинг для Инстаграма. Это специальный сервис, с помощью которого клиент сможет выбрать удобный вариант связи с вами, посмотреть информацию или даже оплатить ваши товары или услуги прямо в Инстаграме. И не забудьте перевести аккаунт в статус «Бизнес». Так вы получите доступ к статистике и другим дополнительным возможностям. Инсайт второй. Составьте контент-план. Контент-план – это график публикаций, которые вы заранее проработали. Варианты публикации в Инстаграме постоянно развиваются и становится все больше форматов контента. Посты, которые пользователи видят в своей ленте, сторисы, прямые эфиры, IGTV, вертикальные видео, которые теперь можно добавлять в посты. Но весь контент можно разделить на несколько видов. Первый – это полезный контент. Покажите экспертность, дайте пользу своей целевой аудитории. Отвечайте на популярные вопросы, обсуждайте тренды, разбирайте спорные темы. Это то, что ищет ваша целевая аудитория, такой контент должен быть полезен для нее. Второй вид – продающий контент. Покажите свой продукт максимально вкусно. Круто работают фото до-после, кейсы, отзывы клиентов, фото или видео процесса создания мастеров, тематические распродажи акций. Третий вид – развлекательный контент. Здесь могут быть смешные случаи из работы, тематический юмор, интерактивы, посты о том, что мотивирует вас ходить на работу, поздравления, конкурсы и многое другое. Используйте все виды контента и не злоупотребляйте продающим. Инсайт третий – ревностно следите за дизайном своего профиля. Инстаграм – это про фото и видео. Забудьте про плохое качество. Чувство вкуса, как и любой другой навык, можно наработать. Изучайте успешные профили вашей ниши. Добавляйте их в закладки и потом изучайте под лупой. Ищите красивые картинки, видео и то, что вас вдохновляет. Делайте подборки. Добавьте технику и практику, и у вас будет стильный аккаунт. Техника – это ваши навыки, работа в графических программах, знания основ, какой шрифт лучше подходит, какие цвета лучше сочетаются. А практика – это время, проведенное в подборе наилучшего сочетания вот этого фона, этой рамочки, которые почему-то не сочетаются. С чего начать визуальное оформление своего профиля? Выберите основные цвета. У профиля в Инстаграме, как и у бренда в целом, должно быть 2-3 основных цвета, которые проходят через весь контент. Если еще не определились, самое время. Например, можно выбрать один яркий цвет и 2 фоновых. Ревностно следите за дизайном своего профиля. Количество дизайнеров разного уровня постоянно растет. И у каждого свое представление о красивом. Составьте подробное техническое задание для дизайнера и всегда его обновляйте. Шрифты, основные цвета, шаблоны. Примеры того, что нравится, а что нет. Инсайт четвертый. Продвигайте себя. Если вы создали аккаунт и ждете, что количество подписчиков будет расти само по себе, вы сильно ошибаетесь. Продвигать свой продукт можно с помощью блогеров или официальной рекламы в Инстаграме, таргетинг. Чтобы разобраться, какой паблик или блогера выбрать, изучите минимум 500 блогов, посмотрите, как все работает, как они рекламируют продукт, какая реакция аудитории.
Выберите 100 из них и запросите стоимость рекламы. Обращайте внимание на вовлеченность аудитории у блогера. Количество комментариев под постами, просмотры видео, лайки. Иногда эффект от блога с 50 тысячами живых подписчиков значительно выше, чем от мертвого миллионного паблика. Когда будете заказывать рекламу, крайне важно, чтобы блогер на фото или видео использовал ваш продукт. Да, такая реклама часто может быть дороже. Понадобится доставить сам продукт или привести блогера на свою площадку, но результат того стоит. Главный бизнес-хак. Реклама в сторис у блогеров дешевле, чем посты, и при этом зачастую эффективнее. Пользуйтесь! Другой вариант – таргетинг. Работа с продвижением Instagram-профиля ведется в бизнес-аккаунте Facebook. Если вы не знали, обе соцсети принадлежат компании Марка Цукерберга. Благодаря настройкам таргетинга легко выбрать именно ту аудиторию, которая вам нужна. По полу, возрасту, увлечениям, городу и даже модели телефона. Также можно настроить рекламу, например, только на людей, которые находятся в радиусе 3 км от вашего магазина. Вы можете показывать рекламные фото или видео, как в ленте в формате поста, так и в сторис. В сторис можно прикреплять несколько вертикальных фото или видео по 15 секунд. Причем платить вы будете всего за один показ такой галереи. Еще один секрет. Если бюджет позволяет, сначала купите рекламу у звезд, а потом, если они не будут против, используйте их фото с вашим продуктом в других рекламных кампаниях. Итог. Основная идея моей книги. Инстаграм – наиболее эффективная площадка для продвижения бизнеса. Администратор Инстаграма – это как раз тот человек, который помогает бизнесу привлечь деньги из Инстаграма и зарабатывает на этом. Продумайте план публикации, который будет интересен вашей аудитории. Равномерно распределите полезный, продающий, развлекательный контент. Следите за графическим оформлением вашего профиля, продвигайте его, не забывайте экспериментировать и тестировать собственные гипотезы. Личный опыт обычно лучше любых правил. Узнайте больше о продвижении в Инстаграме, выполняйте практические задания и проверяйте себя с книгой Дмитрия Кудряшова «Администратор Инстаграм». Если у вас еще нет книги, воспользуйтесь шансом получить ее бесплатно. Чтобы принять участие, подпишитесь на канал romansergeyev.com, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, поставьте лайк этому видео, добавьте ссылку на себя ВКонтакте или в Фейсбуке и сделайте на стене репост этого видео. Напишите свой инсайт из любого видео на канале или интересной книги. Расскажите, как этот инсайт повлиял или может повлиять на вашу жизнь или ваш бизнес. Мы выберем 5 комментариев, авторы которых получат свой экземпляр книги «Администратор Инстаграм» с автографом автора. Полные правила и ссылки под этим видео. Желаем удачи! Вам понравилось это видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите за нами в соцсетях. Мы стараемся для вас и всегда рады обратной связи.